Обычно бьют по высоткам, а тут прямо в первый этаж. И женщина там. Ну там ее засыпало, там она уже и похоронена, бедна. Ну хоть в своей квартире, не обидно. Вот такой наша квартира, и мы там живем. Ну пайки получаем. Сказали прийти в четверг-пятницу. Здравствуйте. Ой, жена. Бомбили, сиділи в подвальчик, сиділи в коридорі. Ну, коротше, головне, що ми пережили це. А зараз вже сміємося тут. Ну, що ж, весна є весна. Раніше було внимання, а зараз цього внимання нету. Пойдеш, тебе виганяють везде. Йдіть, ждіть комісію. На Краснодар отправим. Да что я туда поеду на Краснодар? В таком возрасте, уже мне 67 лет, сынок. Куда я поеду? И вот сказали через 2 недели, еще неделя осталась. А куда я выйду? Пусть взрывают меня здесь, раз я заработала. Ты сейчас то уже привыкли, мы же на это внимание. Собаки не обращают внимания уже, не то, что мы. Нас спас забор и гараж. Ну, сосед тікає в кафе. Ну, а я, як старий пень по дурості, под'їзд. Это наша такой квартира, не чужая, и то это наша квартира. Ну и что в 90-х годах, я любитель читать. Да, они даже все по-російськи. Все по-російськи, это все детективы такие. Куплялося за зарплату. Тоді я б хотів, ну, вернуться. Вернуться на Україну до родні. Два брата живуть у Івано-Франківській області. Там мати похоронена. Я б туди хотів вернутися. Бо більше, ну, нам нема куди вернутися.